Хочешь купить топовый аккаунт в BSS по низкой цене, да к тому же еще с огромным количеством робоксов на балансе, которые ты сможешь потратить в любой игре в Роблоксе? Да и к тому же, эта группа уже работает больше 2 лет, так что переходи по ссылочке в описании, также будет ссылочка еще в комментариях. Так что всем приятного просмотра. И всем ю, с вами Гуси Попол. Ну, перед началом этого ролика, ребят, хотел бы порекомендовать нашу армию в Телеграме, ребят, вступайте, там будет новое оповещение, раздача робоксов и также очень много всякой всячины. Подписывайся. Ну, а мы погнали к ролику. Ну и что ж, возвращаемся к ролику. Сегодня, ребят, я вам расскажу, как развиться быстро в BSS, как добыть много вещей, как легче фармить и так далее. Ну что ж, первый это у нас, ребята, как вы зашли в игру, вы должны постоянно фармить, вы должны выполнять квест, тогда у вас будет много всяких ингредиентов, также будет мед, и вы покупаете с каждым магазинчиком, то есть в нуб магазине сначала скупаетесь, потом уже в среднем, потом уже в таком предтоповом и в топовом скупаетесь. Все это примерно у вас будет длиться каждую неделю, вы будете все лучше и лучше прокачиваться. Главное играть постоянно, постоянно и постоянно. Дальше, что вы еще должны делать, вы должны убивать мобов по мере вашей прокачки. Убивайте мобов, и вам они тоже дают ресурсов. То есть, с кого много ресурсов дается, это у нас на первой стадии будет, получается, кинг-жучок, и также будет еще медведь туннельный. Вот. Их убивайте постоянно, как вы развились уже лучше, вы идете и убиваете того же краба и так далее. Ну, краба вы, наверное, еще не дошли до этого, чтобы краба убивать. Вы будете убивать улитку, с нее тоже падают хорошие вещи. Вы примерно ее будете уже убивать примерно за день, может, за 2 дня, ну, по мере вашей прокачки. Но вы главное помните, что нужно выполнять квесты постоянно. Постоянно убивать мобов по мере вашей прокачки. То есть, 8 мобов, которых вы можете убить. И постоянно. То есть каждый день. Фармите тоже. Вот захотели, идите, фармите. Захотели, просто выполняйте квест. Советую вам выполнять чисто квесты. Иногда фармить и убивать мобов. То есть и так вы можете развиться очень жестко. Также объясню для тех, кто уже так сильно прокачан или уже так нормально средне прокачан, и кто просто, ну, не может стоять и не хочет стоять, то качайте читы, играйте читами. В принципе, у меня есть ролик на канале, где я читы использовал, но, ребята, советую играть без них, потому что есть маленькая вероятность, что вас забанят. Ну, как повезет, как говорится. Вот сам я играю без читов, играю на макросах. Кто знает, что такое макросы, тот красавчик. В общем, кто заметит, как на протяжении этого ролика, тот получит 5000 робуксов. Но я уверен, что вы не заметите. Вот. Как бы это, наверное, все. Плюс сейчас идет ивент. То есть ивент в Бесфарме. Это новогодний ивент. Он еще будет длиться 40 дней. Вы за этот даже 41, можно сказать. Вот я сейчас снимаю. Остался 40 дней, 16 часов. То есть вы за этот 41 день можете столько всего добыть. Потому что сейчас намного легче добываются ресы. Плюс вы можете их покупать у Мишки, то есть у вас, смотрите, вот сюда заходите и покупаете просто, что вам нужно, и скупаете. Как бы вот так вот, очень легко развиваться. Посмотрите мои старые ролики, там тоже я рассказываю, как прокачиваться, что-либо сделать, вы все можете найти на моем канале. Ну а с вами был ваш Костя Пол Пол Роблокс. Если вам понравился этот ролик, ставь лайк, подписывайся, также пиши комментарий. Всем поки-поки. Я в ожидании сильного грома. Я в ожидании новых потерь.